Здравствуйте, дорогие друзья, рады вас приветствовать на 7-м туре футбольного чемпионата «Эластика» осень 2017, в котором сошлись Логрис и Ринго. Сегодня в Сологуб Артур уже может играть за свою команду, видимо, восстановился после травмы. Предстоит, конечно, познакомиться команде Логрис с отбором Ринга. Очень активно они в отборе налетают. Сегодня, правда, у них не так много, как мы привыкли видеть, игроков. Неполноценные две четверки. Нужно сказать, и у Логриса ощущается определенный кадровый гол, потому что не так-то много их нету. Многих, я думаю, важных для команды игроков. Ну, дешевых Романчук, Сологуб, Артем и Артур есть, как говорится. Как я понимаю, возможно, просто не у всех получилось приехать. Сейчас так-то свисток, цыганок. Пробиться. Перехватывает. Дяченко сразу хотел разогнать атаку, но Пуртер собирает. Лидирует Логрис, и вот первый там все-таки на мяче Жигера. Там не надо, там не надо. Три сразу забрасывает, но Дяченко перехватывает, сразу же пробивает. Еще удар, не точно. Интересная задумка была вот таким образом подключаться. Мне кажется, честно говоря, что где-то порой не хватает вот Логрису более таких четких ударов, акцентированных. Но вот, как мы уже не раз с тобой, Костя, отмечали, что с каждым матчем прибавляет команда. Конечно, такие вещи приятно видеть. Интересный был вброс от Люляева, но тем не менее остался все-таки мяч у Ринга. Загонок. Флангу выстрел. Не проходит прострел, Керницкий выносит все-таки. Романчук подключает. Мяч потерян, приход к Ринго. Иванов с Пурдыком там так и разыграет. И, скорее всего, будут где-то сейчас открыть за зоны искать. Логрис на своей половине поля, через центр, дешевых, продлевает дальше, а вот подработать не получилось, увы. Логуба Артура нам до ситуации. Там не надо, там не надо. Не надо, Паша, тут, в центр. Заброс, и мяч доходит все-таки до цыганка, но тут не принимает Керницкий, поэтому забирает. Сразу сбрасывает вперед на Романчука. Можно левее. Дяченко открыт. По-моему, руки у нас были, но с тебя не фиксирует. Иванов, цыганок. Пурдык, какие точные передачи вот на старте буквально этого матча. Предстоит быть интересным. Не точно. Дальний заброс явно вышел. На 50 метров, как говорится. Дяченко с мячом, ищет, как же разогнать атаку. Кардо. Кардо ли как-то хотел, наверное, креативно-то отдать, ну, своего партнера по команде. Но передача туда не дошла. Первый фол. С стороны Логрис. Дальний заброс. Перехватывает Кордо. Нет, уже атаку команды в желтом. Удар. Хороший удар делает. Побеспокоил Михаила Люляева однозначно. Двое! Догоняй, Али! Продлевает дальше на Иванова. Тут первый все-таки на мяче. И даже умудрился. На пятой скорости залетал туда. Живых. Живых. И какой красивый мяч забивает у нас с левой ноги. Ворвался.
нашел, где использовать потенциал своей скорости, поймал на движении и пробил четко в девятку. Да, забивает дешевых. Вот только я сказал, что каких-то акцентированных вот таких ударов не хватает, как в девятку пробил дешевых. Боролся там Жинжера Максим. Увы, пока что без результатов на линзе брошенного на Диченко, до него мяч не доходит. Сзади. 39-й, Коля, правая рука. Коля, правая рука. Али. Пошел, пошел. Кадет, с игроком, кадет. Напиши, Али. Коля, нет, нет. Так, проходит по флангу. Дар. Есть, Макс. Води. Жера Максим ищет, куда же дать передачу, находит все-таки пас туда, на Кукеля, но... Криницкий интересным образом сделает, будто бросит, можно сказать, финт сделал. Зацепились Ринга за мяч, Жера Максим продлевает дальше на Кукеля, тут бьет. С одного старай! Мяч приходит таким образом в Гриз. Кирницкий не спешит его вводить в игру. Бросает на Романчука. Ушел. Макс, ушел у тебя. Горохов. Серва. Ардо. Мячом пытается пробиться. Борется с ним Иванов. Снова Кирницкий, снова Кардо. Перепасовываются, вытягивая сейчас потихонечку игроков в ринге. И получилось. Сброс на Ковальского, но до него мяч не доходит. Иванов все-таки. От Кукель здесь. А Кукель, я прошу. Все прочитал, разгрузил ситуацию. Даже на угловом никто не открывался. Не понимаю, чего ждали здесь Лугриз. Вчера Максим Лаврика. Идет дальний заброс туда на Кукеля. И не получился акцентированный удар, но тем не менее мяч остался за ринга. Шевых с мячом продлевает на Горохова тот сам. Фалит Люляев. Да. Желтую карточку получает Михаил. Нам бы красную дали. Меня смотри. Я бы стерел тебя, отдал. Ты уже. Купи на меня смотри. Шутками прибаутками стоит стенка сейчас ринга. Теряют они расположение. Один сзади должен остаться. И разыгрывает Логрис. А вот дальше уж не получилось. Лаврик пытается пробиться. Да, у него получилось, но дешевых в самом последнем. И фалил на самом деле Лаврик. Судья не увидел, как рука правая подтянула к себе поближе дешевых. Еще один, два тут, пять сейчас уберем. Забросы, и что же? Ай-яй-яй-яй-яй. Вернулись на нашем смену. А назад кто-то сядет или нет? Кардо Али. Забегает, забегает. Ищет, куда бы так забросить. На Горохова хотел по передаче-то отдать, но не получается. Романчук. Высокий прессинг, но сохраняет мяч за собой ринга Иванов. Али, следи за своим. Паша, за своим. Смена. Смена. Три смена. Смена. Играют через дом ринга. Бордек. Тренировать цыганок. Паша, не надо быстро. И проходит Зиганок и будет бить, но Кирницкий забирает этот мяч. Даже выбрасывает на Кардо. Хороший прессинг.
высокий прессинг Лугрис умудряется демонстрировать. Единственное, что разрыв есть небольшой, и, конечно, могли бы попробовать воспользоваться этим рингом, но пока что мы этого не видим. Не проходит эта передача. Золотые. Все-таки Лугрис. Кто такой Бартур? Ты говоришь на карту. Он заходит по итогам до Горохова. Так пытается сам прозвучиться. Интересно, да? Пробирается. Тем не менее, даже мяч еще оставил у себя. А вот здесь передача. Слишком сильная на ход была для Кардо, и он не смог догнать ее. Али, Гречка! Правая рука! Ну, Данка тут переводит даже Жеро Дмитрия, но Уни совсем точно. Там один остается, по-моему. Продевает на Горохова, тут переписывает с дешевых, а вот дальше уже развитие так, увы, не получилось у Лугриса. Ну что сказать, половина, в принципе, первого тайма у нас уже сыграна. И, Артур, что ты скажешь об общей картине рисунке игры? Ой, я могу сказать точно, что все-таки Лугриз очень классно настроены на то, чтобы взять 3 очка. И мне кажется, у них это получится, потому что чего-то, возможно, не хватает ринга. Как-то не работает эта цепкость, их не быстрый отбор именно с этой командой. Гуров! Гулял под себя, но хотя я могу ошибаться. Подстраховывает. А ты что в свою очередь скажешь? Не знаю, мне кажется, пока что достаточно равная игра. Победительные несколько выглядит все-таки Лугрис. Ну, все может измениться. Счет. То как раз такой. Шаткое преимущество у Лугриса сейчас на данный момент. И все может измениться в любую секунду. Цыганка. Продлевает на Пурдыка, и вот кто-то, как оказалось бы, шанс. Но Керницкий на высоте. И какие пустые ворота ведь были. Удар. И забивает Цыганок в один. То, чего не хватало, наверное. Ринга. Решительности на последней стадии атаки возможно. Цыганок. Саня, хата. Все, вот так. Смотри на меня. Горохов Евгений Ильич. Все, по тебе, все. Все, с ним. Это гон, удар. Стеночка останавливает мяч. Привет. Горохов с мячом. Чуть дальше. Да нет. Давай. Не знаю. Стой, туда не идем, стоим! Керницкий, это брат Дьяченко. Что придумает Дьяченко? Проталкивается. А вот Кукель Сергей остановил. Подталкивал откровенно Кукель все-таки. Губа, ой, это не принесло результатов. Лизера, Максим там опрессинговал, не дал развиться, так и Лугрис уже в свою очередь. Керницкий на Сологуба Артема. А вот тут оказался Кукель сам. Удар Керницкий. И, да, отличный сейв. Решил разрядить обстановку Дьяченко и выбил буквально в смысле на соседнее поле. Хрупкий оказался. Не перелети. Мяч за ринга, Иванов готовит вести его в игру. Лаврик. Пробивает туда на Кукеля, даже пробил. Вставай. Серёга, вставай, есть замены. Левее. Игрочка, Серёга. Горохов, Керницкий. Открывается Дани, аккуратно. Дьяченко. Перепасовали в задней линии. Можно сейчас уже где-то попытаться взорваться в атаку. Решил индивидуально сыграть. Было. Серёга, успокойся. Хорош. Четвертый фол.
аккуратнее. Пацаны, аккуратнее. Да, четвертый фол уже у ринга. Нужно быть поаккуратнее. Горохов простреливает. Ай-яй-яй-яй. Какой момент. Не сориентировался. Мне так и кажется, что в этой ситуации. Боша, не надо туда сильно. Перепасок на своей половине поля ринга, опасно Лаврика. Серега, открой! На секунду даже показалось, что будет мяч потерян, но нет, сохраняет. Это... Смена! Смена! Что с вами происходит? Тиганок, Курдык, подливает дальше на Иванова. Жера Дмитрий, ну, не совсем точный, либо, точнее сказать, совсем не точный. Пас. Кардо пытается сам пробиться, пробегает. А вот передача уже не прошла-то. Ног вперед забрасывает на очень сильный ход Пурдыку. Тяжеловато было бы успеть Сергею на этот мяч. Развивает свою атаку уже в свою очередь Логрис, Логобу Артура, делает дальние забросы. Дешевых почти успевает, даже пробивает, но, увы, выше ворот. Жеран Дмитрий ходит. Цыганов все-таки зацепился в центре поля за мяч, но нет, он тот переход к Логрис и сразу же хотел дешевых пробивать. Кардоли на замахе ложном положил на газон. А что дальше? Закрыты сейчас зоны. Наверное, стоит как-то попытаться растянуть игроков. И вот хороший же был момент. Шевых пробивал с левой ноги. Мне даже показалось, что коснулось штанги. Возможно, я ошибаюсь. Заброс на Цыганка. В борьбу. Но Черницкий забирает мяч, сразу же выбрасывает на дешевых. Передача это не проходит. Ну, перехватывает мяч, пытается сам пробиться. Да, почти вышел, у него просочиться, но его останавливает. Борту. Дешевых. Все-таки Цыганов. Иванов, я прошу прощения, забрал этот мяч. Курды готов. Назад, назад, Саш! Пытался найти зону, где бы накалить, попытаться заострить, но не получилось. Дешевых. Сбрасывал, читал эту передачу, но не опасно. Мяч пересек все-таки линию, и поэтому аут для Логрис на своей половине поля. Курдык поборолся. Кардуали. Шевых. И не проходит этот прострел. Ринга. Иванов интересную креативную передачу дает. Херницкий все постраховывает. Кардо в прыжке. Забрал этот мяч. Все-таки сразу же разгоняется. Удар. На нашем смена. Дешевых подает угловой. И опасно. Перехватит. Прошу дальний заброс. Но я думаю, что легко. Забирал бы тут мяч Кирницкий. Никто из команд не брал тайм-аут. Кардоли последний. Достаточно опасно. Позволяет себе. Вот все-таки индивидуальное действие. Но пока что все безопасно. Собственно, Лугриса. Кардоли снова подает. Иванов отыграл головой. Дешевых отыгрывает на Кирницкого. Тут подключает Радо. Нужно налево сыграть. Открытая зона. Находится Лагуба Артура. А тут, конечно, мяч перешел. И Цыганок, как интересно, пробрался. И вот хороший сейчас шанс. Пурдык с мячом. И находит Газика. 2-1. Ринга выходит вперед. Ладно, кровно. Разобрались здесь Цыганок и Пурдык. И тут после хорошего прохода капитана команды Цыганка Вадима забивает Пурдык Сергей. Да, и моя ставка начинает не работать. Вот так.
У нас бы не так много шансов было у ринга, но ими они воспользовались сполна. Заходит, заходит. Да, там Дьяченко, и что же, нет, не успевает. Явно на эту передачу. Бля, на Лаврика. Пацаны, полторы минуты осталось, где? Ты Москвы это время? Тайм. Или это как топ? Дай, Сергей, дай. Добавляем. Ну, тайм-аут это стоп-тайм, то есть, получается. Да, да, да. Смотри. Как разбирается хладнокровно, а там никто не замекает. Да, опасно было, но он дошнулся Кардо Али. Пацаны, ситуация... не надо вперед идти. Миша. Беги, беги, беги. Один дома точно. Решай, решай. Вновь. Удар, Кирнинский забирает. Раз он сейчас кому же вбросить, подключает. Вернитесь! Романчук. Романчука, я прошу прощения. Правее сыграет. Так и делает. И нет, точная передача. Остудили, и мяч выходит в аут. Макс, быстрее! Вышло все-таки время, долго очень водил Жинжера Максим этот мяч, и поэтому переждали эти 5 секунд, которые отводятся, 4 вернее, на 5 уже свистит. Да, которые отводятся на ведение аута. Конец первого тайма, счет 2-1 в пользу ринга.